Когда вы ложитесь спать вечером? Вам вечернее время кажется самым продуктивным, но остановитесь, это только так кажется. Самое ценное время с 11 часов вы должны спать, так как самый полноценный сон, все фазы сна вы успеете пройти, и выработка мелатонина, и в это время перезагружается ваш компьютер, ваш головной мозг. Мало того, происходит дезинфекция в организме. Соляная кислота обезвреживает все вирусы, все бактерии, грибы, и работает как это очистительная система. Если вы нарушаете время отхода ко сну, естественно, вы погружаете свой организм в синдром хронической усталости, и незаметно для вас вы готовите плацдарм для хронических заболеваний. О какой там памяти разговор? Дай Боже, чтобы вы до вечера добрались уставшими, изможденными и недовольными. Поэтому будет и раздражительность, и нарушение реакции, и нарушение восприятия информации, перегрузка, плохая память. А там и вирусы не дремлют. Они очень любят переутомленных людей. Поражение вирусами просто зачеркнет все ваши усилия на смарку, все ваше питание, все ваши физические нагрузки. Все пойдет в откос, потому что вы ночью не дали возможность восстановиться организму и механизму, который управляет вашим организмом.